В расписании воспитанников 24-й гимназии появились уроки по самообороне. Учебное заведение стало участником федерального проекта «Самбо в школу». Новый зал для занятий единоборством стал подарком гимназии к Всероссийскому дню самбо. В Люберцах это уже шестая площадка для тренировок, открытая на базе общеобразовательного учреждения. Проект «Самбо в школу» предлагает посвятить каждый третий урок физкультуры освоению азов самообороны. Популяризация спорта, она приведет к тому, что ребята будут и в физическом плане здоровые, и с точки зрения учебных процессов здесь преуспевать. Первые спортивные успехи воспитанники гимназии показали на открытом уроке по самбо. Участие округа в федеральном проекте стало новой ступенью сотрудничества Люберец и Всероссийской Федерации самбо. За два года плотного взаимодействия число самбистов в округе увеличилось почти вдвое. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.